Да, это было у нас вчера. И Арджуна, вся эта история, мы помним, да, драматичная, что поле боя. И в начале первая часть, первая глава, о чем говорила? Были некие предзнаменования, знамения. Еще до сомнений были знамения, потому что Санджая слепой рассказывает слепому Дхритарашти, что же происходит, и он упоминает вот эти знамения. Кто какие запомнил сначала, если не заглядывая в книжки, не заглядывая. Давайте, руки поднимаем, говорим. Дхармакшетра. Что это означает? Это святое место Курукшетра, которое очень хорошо влияет на религиозных людей, которые служили. Предназнамение, что сыновья Панду, среди которых Дхритарашти, Юдхиштхира, да? Самолицетворение религии, он будет сражаться на поле религии. Что еще? А флаг Ханумана. В конце, да, опять флаг Ханумана. Вы вчера тоже запомнили флаг Ханумана. Я просто... Хорошо, флаг Ханумана. Дурьотхана сказал, что они отдадут жизнь. Дурьотхана, да, как у него вылетел. Они готовы отдать за меня свою жизнь. Кришна на стороне пандавов, и там же удача. Там, где Кришна, там победа. Кришна сам на стороне пандавов, и вместе с ним богиня процветания. Да, Друпада Путрина, он указал на гуру на его недостаток. Ришикеша. Что это означает? Повелитель чувств. Что это означает? Что чувствами Арджуны будет управлять сам Кришна. Матаджи. Когда пандавы затрубили, они испугались. Сдрогнули. Сдрогнули сердца. А сами раковины тоже что? Символ Вишны. Все, вы уже знаете, кто победит. Непобедимая колесница. То есть все, да, вы уже больше назвали, чем 9, которые указаны. То есть 11 уже. Да богиню удачи вспоминаем. Там, где Кришна, там богиня. И Ханумана сказали. Кришна, а то, что Дхритарашта спрашивает, что делали мои сыновья, когда мои сыновья Панду, вот он, известно же, что они делали, он делает как бы, ну, показывает страх, то есть тоже признак страха. Но он не воюет, его не в счет. Он сидит там в тылу, в этом, в окопах, в бункере командном. Окей. Давайте мы цель запишем в этом анкете. Я давно вчера вам предлагал записать цель жизни. Потом вернемся тогда, чуть позже, ладно? К этим вещам. И смотрите, дорогие преданные, хорошо, много столько было, столько много всяких было знамений, но Арджуна, попросив вывести, да, он увидел напротив Дроны и Дроначари, и деда Бишмы, и какие сомнения возникли в его сердце. Первое, что он говорит, почему он не хочет страдаться? Сострадание, да. Сострадание, да, Крипа, он говорит, как же мы можем, посмотри, как можем наслаждаться, да, то есть, надо быть более великодушным.
Хотя есть шесть в Ардха-шастрах описано, что в принципе их надо убивать. Да, они исполнили, они подходили под шесть видов врагов и сожгли, и отравили, и с оружием землю отняли, надругались над женщиной. То есть их нужно было убивать. Но Арджун говорит, ну мы не можем, сострадание, давай выше поднимемся над уровень дхарма-шастра, на уровень морали. Хорошо. Второе, что он еще говорит? Выгода, наслаждаться. Это выгода. Да, выгода. Как я буду наслаждаться? Вот, ну хорошо, ну приму я участие. А какой, как я буду выгода? Если я всех поубиваю, я не смогу все равно наслаждаться. С кем я буду наслаждаться? Да, с кем я буду наслаждаться? Перед кем я буду хвастаться победой? В конце концов, да? Выгода. Что еще он говорит? О чем? Грех. Да, грех, говорит, ну смотри, ну мы совершим грех, мы будем только страдать, только одни несчастья. Он рисует такие ужасные картины. Да, адские планеты только нас ждут. За греховные действия, как мы будем наслаждаться и попадем в конце концов в невыгодное положение. То есть он ссылается на грех. Четвертое. Кума-нашина. Да, традиции. Очень разумно, несколько стихов, прямо он приводит такие доводы, что, ну, Кришна, смотри, мы с тобой станем, потом он, помните, подтянул на свою сторону, говорит, мы с тобой станем причиной разрушения традиций и деградации всего мира. Вот. Разрушение традиций. И что еще проявляется в его действиях? Нерешительность. Да, он сомневается уже. Ну, говорит, я уже не знаю. Во втором главе мы еще, он будет опять некоторые свои доводы вспоминать, то есть и покажет, что я уже, Кришна, ну, не знаю, как мне вступать. Знаете, когда человек нерешителен перед боем, это тоже не очень хорошо. Окей, вот это была первая глава. Вчера мы с вами ее все дружно изучили. Вы ее хорошо, прекрасно запомнили. Да, позавчера. Итак, следующая глава, как называется? Выучили? Краткое изложение Бхагавад-гиты. Да, краткое изложение Бхагавад-гиты. И, в принципе, если первая глава, как вот ее вы суммарно назовете? О чем она? Ну, вообще, вот суть. А? Там, где Кришна. Ну, суть всей главы. Да, материальное сознание, причина скорби. Потому что в конце концов мы можем увидеть, да, сколько разумных аргументов Арджуна не приводил, и в конце концов он впал в беспокойство. То есть материальное сознание, это первая глава была. Материальное сознание, причина скорби. Его привязанность, да, вот материальная в конце она всплыла к родственникам, и это стало причиной его беспокойства. А вторая глава, мы ее назовем, это решение проблемы. Надо же проблему решить, по мере их поступления, да, мы их решаем. И здесь во второй главе как раз будет показано, как предавшись гуру, ученик получает духовную практику, которая ведет к его к самосознанию. Да? Что осознавшаяся душа, она навсегда избавляется от скорби и наслаждается вечным счастьем. И мы символически разделим на пять разделов эту главу. Да, пять разделов. И первый раздел, эти стихи будут с 1 по 10. Методички, они у вас тоже обозначены. Вручает себя Кришне. Да, вручает. Арджуна вручает себя гуру. Это очень важный момент тоже, для чего нужен духовный учитель, как это все происходит, как это знание передается сердце в сердце. Мы с вами рассмотрим. Дальше идет второй раздел с 11 по 30 тексты. Здесь Кришна будет как раз давать знание о вечности души, что душа бессмертна. Знание или гьяна напишем. Гьяна. Когда в этом контексте мы обозначаем гьяна, это означает, что трансцендентное духовное знание о бессмертии души. Это гьяна.
И Кришна будет, что он будет делать этим? Он будет разрубать, смотрите, этот якобы кажущий. Это хороший позыв сострадания, но он будет объяснять, что, дорогой мой Арджуна, ты сострадаешь не там, где надо. Да? Ты сострадаешь одежде, нужно сострадать человеку. И поднимая его сознание на высокий уровень, давая ему трансцендентное духовное знание о бессмертии души, Кришна будет развеивать сомнения Арджуны о сострадании. Мы сейчас вкратце пройдем всю главу и потом пойдем по каждому разделу. И третий раздел вы можете следить у себя, стихи с 31 по 38. Как называется? Карма-канда, да. Сражайся, выполняй свой долг, потому что выполнение долга принесет счастье. Мы увидим, что... карма-канда, напишем. Кришна, он спускается с трансцендентной платформы на материальный уровень и начинает объяснять Арджуне, что смотри, сражаясь, выполняя свой долг, на самом деле ты обретешь счастье. Почему? Либо тебя... Какая выгода, он спрашивает. Но он говорит, ну очень просто. Либо если тебя убьют, то что произойдет? Ты попадешь в рай. А если ты выиграешь и победишь всех, будешь наслаждаться земным царством. Прямая выгода. Да, вот он спускается на уровень кармаканды, на уровень материального сознания. Арджуна спрашивает с материальной платформы, какая выгода будет. И Кришна начинает в этих стихах объяснять, что выгода в любом случае. Понимаете, да? Либо ты выиграешь сражение, либо ты попадешь в рай. Вот. Четвертый раздел, стихи с 39 по 53. Как называется? Будхи-йога, да. Вишвана Чакравати-такур называет это состояние нишкама-карма. Нишкама-карма-йога. Мы тоже так будем называть. Что делает Кришна? Он просто уже играет сознанием Арджуны. Он уже на другой уровень. Вначале ему он объяснял что-то. Вот, смотри, выгода какая. Ты выиграешь, проиграешь. Потом говорит, вообще оставь все это. Вообще забудь о победе и поражении. Да, нишкама. Действуй так. Да, это искусство деятельности. Это очень важный раздел, что Кришна поднимает сознание Арджуны еще на другой уровень. Говорит, сражайся во имя сражения. И Шрила Прабхупада будет объяснять, что вот 38 стих и 39 такие поворотные. Будет на самом деле говорить, сражайся, потому что я этого хочу. Начало открытия бхакти будет происходить. До этого он ему говорил о гьяне, бессмертной души, что ты сострадаешь. В любом случае ты выиграешь. Наоборот, если ты не будешь сражаться, совершишь грех и разрушишь традиции. Но здесь он просто говорит, учит его, поднимает сознание на другой уровень. На самом деле, Арджуна, ты должен сражаться. И когда мы подойдем, мы увидим, помните, Шрила Прабхупада в каком стиле прокомментировал все шлоки? В стиле Паша. Хотя нишкарма кама может быть разных уровней, да, есть просто осознавшие души, себя как душа, а есть слуги Кришны. Шрила Прабхупада немедленно открывает привязанность к Кришне и на другой уровень. Будхи-йога, нишкарма карма. И Арджуне становится интересно, Кришна описывает уравновешенного человека, говорит, смотри, тот, кто не привязан ко всем этим вещам, к радостям и с горем, да, вне двойственности, тот достоин освобождения. И Арджуне становится интересно, ну хорошо, как он выглядит, как ходит, как сидит, что он делает, да? И последний раздел, пятый, это будут как раз стихи с 54 по 72, очень интересные стихи. Стхита-прагья, да, признаки человека в самадхи, стхита-дхирмуни или стхита-прагья. Стхита, уравновешенность. Да? Вот она, вторая глава, вам вся перед вами, в принципе, уже вы ее прошли. Поздравляю, да, вас. С успешным. Давайте еще раз пройдемся, и просто, чтобы у вас вот эта вся целиком картина как бы осталась, о чем будет вторая глава, что Арджуна будет, ну, Кришна будет разрушать все сомнения Арджуны, потому что это обязанность духовному учить. Вначале он примет его гуру,
да, перед всем, потому что если вы разрушаете, кстати, ложное эго того, кто у вас не просит его разрушать, бывают, да, такие ситуации? Вот человек, ну, не просит вас ложное эго разрушать, но вы решили все равно помочь ему, наступив на хвост там, вот, и сострадание, естественно, из великого. Но такое, часто такие ситуации приводят к конфликтам, и ложное эго только оно становится сильнее. Вот у этого человека. Поэтому это очень важный момент здесь, да, что Кришна и Арджуна, они перестают быть просто друзьями. Арджуна вручает, он просит, я беспомощный, помоги мне, да. И вот в этом состоянии как раз Кришна начинает давать знания. Давать начинает знания. Первое, вот как раз с 11 по 30 стихи, это и есть знание. Знание о бессмертии души с самого начала. Позже, когда я объясню, что душа бессмертна, он разрушает следующие аргументы. Да? Он говорит о карма-канде, о выгоде. Помните, он говорит? То есть здесь он разрушает сострадание. Ты сострадаешь, ты молодец, но ты сострадаешь неправильно и неуместно. Твое сострадание, оно неуместно. Ты жалеешь, а просто об одежде. А на самом деле им еще даже лучше будут. Сейчас они старенькие, получат новую одежду, хорошую. Вот. И он, ну, просто разрушает это сомнение. Потом о выгоде говорит. Да, в этом, в третьем разделе, когда описывает карма-канду, законы карма-канды. Вот, что в любом случае ты победишь. Если даже тебя убьют, попадешь в райское царство, будешь наслаждаться, потому что это праведная война, ты будешь наслаждаться как кшатрий в раю. А если выиграешь, будешь наслаждаться здесь. Вот, и грех на тебя не падет. И дальше он поднимает его на раздел Нишкама Карма Йога. Что это такое, я говорю? Искусство деятельности. Искусство деятельности, да. Действовать, он говорит, смотри, бери карму и гьяну, сложи их вместе. Да? Действуй, но в знании. Ты действуй. Карма-канда — это активная деятельность. Вот это. Но действуй в знании, действуй на духовном уровне, на уровне души. И, это и тогда ты будешь не привязан к плодам своей деятельности. Несколько стихов, вот с 39 по 53, он будет раскрывать эту тему, это искусство деятельности, сознание того человека, который не привязан. Это называется нишкама, карма-йога, да? Карма — это что такое? Все ли знают, Матаджи? Деятельность, да? А нишкама, кама — это желание, вот, а нишкама — без желания плодов. То есть человек не хочет наслаждаться сам плодами своей деятельности, своей кармой. И Кришна учит, и он говорит, смотри, какое удивительное сознание, такой очень уравновешенный человек. Помните, вчера мы говорили, что есть разница между уравновешенным человеком и равнодушным, правильно? Что это разные вещи, что равнодушие оно, или наплевательство исходит из невежества, из тамагуны. Внешне может быть похоже, да, и тот человек как бы не беспокоится вообще ни о чем, ему на все наплевать. Вот, но это невежество. Здесь же описывается Тхитадхирмуни или Стхита Прагья, личность, которая уравновешен. Да, его уравновесие исходит из благости и знания. Это очень важные моменты. И его качества будут описаны в конце уже второй главы. Вот такая вторая глава, достаточно большая по объему, 72 стиха. И я надеюсь, мы сегодня раз, два, три, четыре, может быть, раздела. Три раздела, наверное, скорее всего, пройдем. И завтра, послезавтра начнем дальше. Какие-то вопросы по этому моменту есть? Все ясно в целом, да? Угу. Тогда мы приступаем ко второй главе. Пожалуйста, откройте книги, кто бы принес, или электронные издания. Читаем, не стесняемся. Давайте. Санжая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Матхусудана Кришна произнес такие слова. Угу. Итак, с 1 по 10 стихи Арджуна начинает вручать себя Кришне. И когда материальное сознание... Ну, то есть смысл в том, что в материальном сознании нет никакого прибежища, да? Вот. И когда человек это осознает, понимает, он будет искать духовного учителя. Субхапада пишет, в этом стихе примечательное слово «Матхусудана». Да, за комментарием тоже мы следим.
И когда Господь Кришна убил демона Мадху, теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также уничтожил демона сомнений. Разные сомнения он высказал, который завладел Арджуной и мешает ему исполнить свой долг. Демон сомнений мешает исполнить свой долг. Он обращается к нему Мадхусуданам. Бая Шока Ади, как переводится. Кто знает, да. Бая страх, шока, страдания, да. И шастры объясняют, бая шока ади означает, что если правильно также слушать Бхагавад-гиту, правильно слушать, правильно воспринимать, то человек, он избавится, в результате избавляется от страха, тревог и сомнений. То есть, если у нас в жизни какие-то трудности происходят, они бывают часто, да, какие-то вот сомнения могут возникать. Что нам нужно делать в такой ситуации? Нам нужно обратиться к духовному источнику. Поэтому читать книги Шрилы Прабхупады — это не просто праздная деятельность. Да, когда мне нечего делать, мне сегодня свободная минутка выдалась, дай-ка я прочитаю немного там, или послушаю лекцию духовного учителя. Это как раз Шраванам Киртан, это тот путь, что, который питает бхакти. И на нашем пути, знаете, есть одна история. Здесь во Вриндаване к Шриле Прабхупаде приехал один президент какой-то из Америки, президент храма. И как часто бывает очень много. Вот этот, если выключить, был вообще пока не нужно. И приехал преданный и говорит: Шрила Прабхупада, надо встретиться, получить даршан. Почему? У меня столько проблем в храме, надо все обсудить. И вот здесь проблемы, и там проблемы, и столько сомнений. И Шрила Прабхупада говорит: а ты Бхагавад-гиту читал? Какая Бхагавад-гита с вами? Столько проблем, тут нужно уже не до Бхагавад-гиты. Нужно что-то конкретно уже делать. Смотрите, ятра разваливается, там пятое, десятое, денег нету. Стоп, ты, говорит, Бхагавад-гиту прочитал? Иди, говорит, и читай Бхагавад-гиту. Пока все не прочитаешь, от корки до корки, ко мне еще не приходи. И он ушел, его несколько дней не было. Приходит, улыбается, сияет. Прабхупада говорит: ну что, какие проблемы, разберем? Какие проблемы, Шрила Прабхупада? Все ясно, я лечу обратно служить. Поэтому важно все время находиться в контакте с духовной энергией, с духовным знанием. Потому что Кришна, он знает ответы на все вопросы. Абсолютно. И может решить любую неразрешимую ситуацию. Наша задача просто соединить свое сознание с сознанием Кришны. Да? Наши желания должны быть идти в унисон с желаниями Господа. И тогда мы сможем стать инструментами в его руках и принимать правильные решения всегда. Это искусство. Поэтому, чтобы правильно действовать, нужно получить правильное знание. И как раз гьяна, знание о душе и знание всей Бхагавад-гиты, она ведет нас к правильным действиям. Поэтому так важно регулярно читать Бхагавад-гиту, перечитывать. Не просто из-за того, что это ну, какую-то мы новую информацию ищем. Информация та же самая будет, но вы почувствуете духовную силу. Да, что будет решимость, как у Арджуны, да, сражаться с Майя, преодолевать какие-то беспокойства. Второй текст, давайте. Верховный Господь сказал: «О, Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Как поведение такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни? Оно приведет человека не в рай, а в бесславие». Да, смотрите, и здесь как раз Бхагавад-гита утверждает, что Шри Бхагавану Вача. Не просто сказал сосед Вася там или еще кто-то. Вот. Часто, знаете, люди встречаются и говорят: я вот думаю, а вот мое мнение. Да? И вот и все так свое мнение ценят. То есть, ну, нам важна ценность мнения Шри Бхагавана. Вот, да? Что сказал Бхагаван? Мнение его ачарьев, да? Мнение Рупы Госвами, мнение Шрилы Прабхупады. Вот. Но в материальном мире почему-то люди думают, что их мнение, оно настолько ценно и беспрекословно все должны исполнять. Поэтому Бхагавад-гита сразу же во втором стихе здесь говорится «Шри Бхагаван Вача». Кто такой Кришна? Не просто мальчик-пастушок приехал из деревни, вот, нашел своих родителей наконец-то, да, там, вот, и терколесничий, и он что-то говорит. «Шри Бхагаван Вача». Что Кришна никогда не теряет свое положение. И Шрила Прабхупада в комментарии как раз объясняет, что Верховный Абсолют можно понимать в трех ипостасях.
Да, он приводит эту шлоку из Бхагаватам 1.2.11, видите в комментариях. Виданти татта тва видас таттвам яжгьянам адвоям брамити параматмити бхагаван ити шабдьяте. Что Верховный Абсолют постигается как Браман, Параматма и Бхагаван. Если вопросы какие-то будут возникать, не стесняйтесь, да, поднимайте руки. По тексту только, если. А почему он говорит про рай в стихе? А? Он говорит Кришна про рай. Вот второй стих. Верховный Господь сказал: «О, Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Она приведет человека не в рай, а к бесславию». Потому что Арджуна, он спрашивает, какая выгода вообще? Да? Куда я отправлюсь? Очень много Бхагавад-гите, если бы не комментарии Прабхупады, мы бы вообще запутались, в чем же цель. Да, в чем же цель? Может цель попасть в райские планеты? Или о каком освобождении идет речь? Но Шрила Прабхупада, поэтому он написал такие комментарии, что он нас приводит к смыслу в конце Бхагавад-гиты. Поэтому Арджуна, он спрашивает, он на материальном уровне находится, он спрашивает материальные вещи под влиянием йога майя, понятно, возвышенный вайшнав. Но так или иначе, под влиянием йога-майи он попал в беспокойство, и он спрашивает: «Ну, я не буду наслаждаться, какое наслаждение будет?» Наслаждение — это всегда в материальном мире, оно ассоциируется с райскими планетами, да, райские планеты. Вы сидите, вам на подносике виноград, орешки принесли, вот, гирляндин. И поэтому здесь он к нему как раз обращается, говорит: «Смотри, ты хочешь в рай, да хочешь наслаждаться, но на самом деле это приведет тебя к бесславию». В дальнейшем он будет глубже и глубже это раскрывать, что ты думаешь, что люди будут ценить так вообще твою добродетель, твое сострадание, да они скажут, что ты просто трус, ничтожество. Вот поэтому Кришна, он начинает. Поймите, что Бхагавад-гита, она так, это часть Махабхараты, это написано не только для чистых парамахамс, как Шримад Бхагаватам. Разные люди читают Махабхарату. С разными целями, разными идеями. Вот. И еще раз я повторю, если бы не комментарии Шапрабады, мы могли вообще запутаться бы. О чем идет речь, к чему Кришна призывает? Может, надо в рай попасть, не надо в духовный мир попадать. Вот. Поэтому он постепенно поднимает сознание этих людей, которые читают, читателей тоже, да? Вот. Да. А вот сама Бхагавад-гита, то есть стихи, ну то есть сам Кришна, он не говорит о бхакти, то есть что, ну самое высшее — это бхакти. Почему не говорит? Говорит. В последних стихах. Не в последних, он будет во многих местах говорить это. Что лучше это бахнет? Конечно. Конечно. Он будет. Нет, вот он в каких-то местах будет проговорить. Ну, мы увидим. Когда будет о бхакти, я сделаю акцент. То, что он вывел вообще колесницу, это уже бхакти. Верховный Господь взял и послушно вывел колесницу. Ему приказали, он просто. Вывел колесницу. Это уже проявление бхакти. Но Кришна скажет об этом дальше. И вся Бхагавад-гита, в принципе, об этом. И потом он в конце скажет: «Манмана бава мадбхакто» или «Сарва дарма паритюджан». Сделает вывод уже. Мы бы запутались, потому что здесь не во всех шлоках он явно подчеркивает важность бхакти. Не во всех шлоках, очевидно. Он ведет Арджуну по определенному сознанию, определенному пути, движет его вверх. Ступени. Ступени разные объясняет, да, вот движет его. Карма, канда, поэтому если мы возьмем, если мы будем тикли, вот комментарии были в стиле тикли, здесь бы нам, мы, ну, стали описывать райские планеты или еще что-то, как они там выглядят, вот. Какие надо совершать поступки из раздела карма, канды, чтобы попасть на райские планеты, да. Но Шабрупада, он сразу нас приводит к Абсолюту, да, смотрите, он вообще здесь вообще на это внимание не обращает, он просто говорит, что Абсолют в трех аспектах: Браман, Параматма и Бхагаван. Где тут про рай? Ничего особо непонятно. Вот. Таков Шрила-Прабхупада. Иначе для жителей Кали-Юги нужно сразу говорить, в чем цель, чтобы их сознание и ум он не отлетал никуда. Это стиль, гаудия-вайшнавский стиль, Шрила-Прабхупада прокомментировал вот так вот. В стиле Бхашья, да? Он опять к цели, все время к цели возвращает сознание. Может, ум полетел на райские планеты куда-то, думаю, ничего себе, не достичь райских планет. Прабхупада говорит: «Брамити, параматмити, бхагаванити, шабдьяте». Мимо райских планет пролетаем, и сразу Бхагаван. Везде делает определенный акцент. Да.
Да, в этом сила его комментария. Но не следующие люди, они говорят, что одно и то же везде. Повторяй Хари Кришна, ну что такое? Ну столько всяких тем интересных здесь описывается. А ваш Свамиджи все время говорит, повторяй Хари Кришна, мы не те услуги Бога. Что такое? Одно и то же. Это как раз определенный стиль так проявляется, стиль написания. Понятно, да, этот момент? Итак, он упоминает три аспекта, Браман, Параматма и Бхагаватам, и он говорит, что эти три аспекта божественного можно объяснить на примере Солнца, у которого также есть три аспекта – солнечный свет, солнечный диск и сама планета Солнца. И если эта тема непонятна, давайте ее обсудим. Но если все ясно, вот, что такое Браман, Параматма и Бхагаватам, пойдем дальше. Не стесняйтесь, кто не понимает, не бойтесь выглядеть глупцами. Ничего страшного, как бы мы пришли учиться. Так что не стесняйтесь, если что-то непонятно. Да? Ну, понятно, что это теоретически. А там вот это. Мы Параматму еще не видим. Хорошо. Как увидите, скажете нам. Дальше Прабхупада пишет. Здесь дается определение Бхагавана. Да, он вначале определил Браман, Параматма, Бхагаван. Ссылаясь, кто дает это определение? Великий мудрец Парашара Муни. Вы должны знать, это часто будет. Может, не знаю, будет на экзамене. Что великий мудрец и знаток вед Парашара Муни, он отец Вьясы, Вьясадева, он объясняет значение санскритского слова «Бхагаван» следующим образом. Бхагаваном называют верховную личность, которая обладает всеми богатствами, всей силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью от мира. Вот эти шесть вещей. Кто обладает, если вы увидите такую личность, которая обладает в полной мере, это Бхагаван. Есть много знающих людей, да, но не может совсем, или красивых, но совсем не отреченных. Да? Или много красивых, но глуповатых немного. Или много умных, но не очень красивых, мягко скажем. Природа так и распределяет. Да, говорит, как эта история про Чинаки Пандита. Не Чинаки Пандит, Бирбала Акбар, да? Что когда царь ему пригласил Акбар Бирбала, я говорю, ты такой урод вообще, ну, страшный. Вот. И он говорит, ну когда Господь раздавал, я в очередь за знанием стоял. Особенно тебе вот не досталось, тебе другое досталось. Пошутил он меня. Поэтому Кришна, естественно, он обладает во всей полноте причем. Можно иметь какое-то богатство, но вы не можете владеть богатством всей Вселенной. Вот. Но Кришна обладает всем богатством. Трудно себе представить, сколько это денег, сколько это по курсу, да? Это бесчисленное. Все богатство – это нескончаемое. Вся красота, вся сила. Кто может что-то сделать против Кришны? Никто. Я сегодня слушал лекцию Прабхупады утром, пока перед классом, да, интересно. И Прабхупада на самом деле такую вещь одну открыл. Даже у Кришны много врагов. Потом говорит, да все враги здесь у него. В материальном мире все враги Кришны. По большому счету, если задумаетесь, все хотят занять его место. Есть какие-то демоны, ярко выражены, но по сути дела каждый является врагом Кришны, потому что завидует ему. В той или иной степени. Может, мы не осознаем до конца эти нюансы, но Прабхупада так сказал, мне прям открылось, я же тоже враг, очевидно. Вот, все враги мы здесь. Все враги. Мы пытаемся, да, стать друзьями, одежды друзей надеваем, Кришна. Это не так просто. Арджуна как раз объяснять будет эти вещи. Можно будет успокаивать, что не волнуйся, это божественный. Да. Давайте, третье. Мы с вами... Первый раздел, да, Кришна, Арджуна должен предаться Кришне из-за своей слабости. Третий стих. О, сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе, вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Кшудрам хридая даур бальям. Хридая даур бальям, слово знакомое, наверняка вы с ним встречались. Слабость сердца, хридая даур бальям. И как он ее называет? Кшудрам. Какая она? Кшудрам. Смотрим с текста. Жалкая, да, постыдная слабость. Он уже начинает как бы его поддевать. Смотри, это кшудрам, хридая даур бальям. Кришна здесь намеренно оскорбляет Арджуну.
мы это увидим. Помните, мы вчера разбирали, да? Ну, в обычных ситуациях человек, когда поддерживает, он говорит, да, я так тебя понимаю. Нет, не понимает. Нет, понимаю. Там, да? Вот, поддерживает жилетку. Да? Он говорит, к шудрам, когда я дал болел. Под щечину прямо ему. Стряхнись, Арджуна. Проснись. Это подщечина, чтобы взбодриться. Он упоминает, Партха называет его. Партха это... Да, сын Прихи, это высокое положение. Он говорит, у тебя кровь к кшатрия. А ты что тут слюни распустил, сопли развесил свои. Прямо к нему так жестковато. Вот. По-дружески пока еще. По-дружески. Они еще сейчас пока на уровне друзей находятся. Четвертый текст. Арджуна сказал, о покоритель врагов, сразивший демона Маду, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бишма и Дрона, которых я должен боготворить? Да, так известный текст, Прабхупада дает по нему лекции. Арджуна хочет здесь убедить Кришну, что желание его продиктовано великодушием, а не малодушием. И если прочитаем комментарии, что Прабхупада пишет, старейшинам рода, таким как дед Бишма и Дроначарья, всегда надо выражать почтение, даже когда они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету, старшим нельзя перечить. Пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не должны отвечать им тем же. Так как же мог Арджуна, пусть даже защищая, сражаться с ними, разве сам Кришна посмел бы напасть на своего деда Уграсену и учителя Сандипани Муни? Таковы некоторые из доводов Арджуны. Да? Мадхусудана и Арисудана, он к ним обращается. Неспроста. Мадхусудана и Арисудана, да, Кришна, ты убивал, но ты кого убивал? Демона. А ты кого просишь убить меня? Гуру. Да? Ты просишь меня убить гуру и деда. Ты-то сам убивал бы Сандипани Муни, бы ты убил? Нет, ты там для него все сделал, все ему там помогал. Вот. Да, или Уграсену, Махараджа Уграсену, может, ты бы мог убить. Меня ты заставляешь, Кришна говорит, Мадхусудана, Арисудана. Вот ты-то сам демонов убивал, а меня заставляешь убивать деда и учителя. Это веские, конечно, доказательства. И... Ну, Кришна разобьет потом все телесные концепции. Пятый текст. Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Мы уже говорили, да, что как Арджуна собирается себя поддерживать, если откажется от сражения. Кшатри не живут подаянием, да? Они правят подданными. Хотя он здесь вот такую странную мысль высказывает. Вот. И шестой текст как раз будет вот проявлена его нерешительность. Да, нерешительность Арджуны. Один из аргументов – нерешительность. Он не будет знать, Арджуна не знает, как ему поступить, не понимает, чем стоит долг. Давайте, шестой текст. Еще неизвестно, что лучше для нас, победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дхритараштры, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Ну вот они стоят перед нами на поле боя. Да, вот он впал в заблуждение, не знает, как ему поступить, полностью растерян. Седьмой текст продолжает эту мысль. Давайте, полная растерянность Арджуны, результат его рассуждений. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слава искупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня? Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Кстати, заметили этот стих? Нужно выучить. Давайте его вместе на санскрите прочитаем. Когда читаете, не спешите, размеренно, с чувством. Карпанья, доша, пахата, свабава. Карпанья, крипа. Крипана – это скупец, да, из-за скупости, из-за слабости. Я потерял все самообладание, да, он здесь говорит, что «Шишьястыхам шадхимам твам пропанам, отныне я твой
ученик и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Вот это переломный момент, что все аргументы Арджуны, они не привели, не сделали его счастливым. Вообще философия, если не делать человека счастливым, она бесполезная. Можно много рассуждать, говорить умные вещи, но если в жизни это нам никак не помогает, да, и не помогает стать счастливым, преодолеть проблемы, то эта философия бесполезна становится абсолютно. И вот здесь как раз этому примеру Арджуна столько много умных слов сказал, умные доводы, но в итоге он полностью потерялся и говорит, я не знаю, в чем мой долг. Не знаю, в чем, что делать, я не знаю. Такая нерешительность. И в этой ситуации он обращается уже к Кришне, говорит, я Шишьясты Хам Шадхимамдам Прапанам, прими меня как своего ученика. Комментарий Шапрабхупады пишет, Арджуна просит Господа Кришну, нашли, да, изначального духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Кришне и становится его учеником. Он хочет прекратить дружескую беседу. Беседы между духовным учителем и учеником всегда серьезны. И Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Это важный момент, что вот переходит как раз смена настроения. Смотрите, что когда, например, ну, знаете эту ступень, Шрадха, человек возрождается Шрадха, когда Шрадха переходит в саду-сангу, вот этот момент тонкий, люди приходят в Искон к нам, присоединяются, да, вот у них есть какая-то вера, они верят, доверяют там процессу, писанию, интересно становится. Но когда вот эта ступень саду-санги начинается? Да, с того момента, как он готов слушать наставления, исследовать наставления сады. Да, потому слово «послушник», например, русское хорошее слово «послушник». Ты вначале послушал, а потом пошел и послушался. Пошел и сделал, понимаете? Вот когда такое сознание... До этого человеку может нравиться саду, ну такой, знаете, как просто харизматичный такой лидер или харизматичный, интересный человек, там интересные истории рассказывает. Но слушаться я не буду его и делать то, что он говорит, но я уважаю его мнение, конечно. Но я не готов следовать его наставлениям. Пока вот эта перемена не произошла в сознании, то человеку не следует принимать духовного учителя из моды там или еще из каких-то соображений. Да? Вот. Очень важно, чтобы вот это возникло, сознание. Когда шрадха растет, бхакти растет, тогда обязательно должна вот эта перемена произойти. Человек хочет дальше развиваться, и он сам не знает, как преодолеть, не знает, как вылезти из этого колодца. Он сидит в этом темном колодце, он скользкий, высокий, глубокий, он не знает. Да, ему скинули веревку, но он должен захотеть за нее взяться. Это очень важный момент. Не то, что гуру должен еще слезть в колодец и нас там подталкивать снизу, говорит, ну давай, ну пожалуйста, вылези. Да я не знаю, гуру Махарадж, как-то вот неохота. Да. Не, я хотел бы, конечно, попробовать райские планеты, там Байкунха, что там, камни, там же описывается камни Чинтамани. Я бы, когда пойду на Байкунху, мешок с собой возьму огромный тоже, да? Камни Чинтамани складывать. Вот. Нет, человек должен сам выполнять наставления гуру. Это очень важно. Если мы хотим выбраться из этого колодца материального существования, мы должны сами следовать, прийти определенную решимость. Это очень важно. Поэтому здесь переходят перемены в сознание Арджуны, и уже Кришна ему не просто друг, с которым они развлекались, стреляли, там еще что-то делали вместе. Нет, он говорит, что ты-то самое, прими меня уже просто, я-то смотрю, ты-то счастливый стоишь, улыбаешься. Кришна улыбался. Кришна в этот момент описывается, ну просто его раздирал смех. Часто такое бывает. Где похожая история есть в Бхагаватам? Когда Нарада приходит к разочарованному Вьясадеве, там тоже вот это Прасаханайва, есть это слово, как бы Нарада, как бы улыбался, Нарада еле сдерживал хохот, описывается. Такая у Вьяса такая проблема, он в депрессии сидит. А Нарада приходит и вообще не может. Говорит, и он ему говорит, ну вообще, как ты такой, Брама Риши, мудрец среди браманов, в такой депрессии находишься? Помним, да, что он его спрашивает, как ты поживаешь, Вьясадева?
отождествляется с этим чувствами и умом, как с объектами самоосознания. Как ты живешь в таком состоянии сознания? Я, говорит, не могу понять. И он улыбается. Но поскольку гуру, ученик, это серьезный разговор, улыбка должна сдержана быть, потом она должна пройти, как мы видим. Итак, да. Про веселье, вот то, что литературное воплощение. Как, ну, не понимаю. Литературное воплощение, что знаешь? Живо, наделён полномочия. Да, шакти-татва. Да, Кришна уполномочил Вьясу описать ведический трактат. Не просто описать, а Вьяса, он получил реализацию. Он впал в самадхи, бхакти-йогина манаси, самья-прани-хитея мале. Но вы сейчас немножко уже сбегаете на четвертый этаж, там бхакти-вайбава преподают. Вот. Что Вьяса, он впал в самадхи, бхакти-йогина манаси, самья-прани-хитея мале. И он был чистый, и самья, он был неподвижный. У Вьяса в этот момент был ум полностью спокоен, вообще ничего его не волновало. И в таком состоянии Абашьян Пурушан Пурнам, он увидел Пурна-Пурушу. Он видел Пурна-Пурушу, он видел джив, который страдает, и увидел причину страдания. Майя Чатата Пашраям, что Майя, она приняла прибежище, и она заставляет страдать джив, которые отвернулись от Кришны. Он все увидел, это было самадхи его откровение. И после этого он записал полностью, отредактировал Бхагаватам. Вот. Такая лила. Для чего это происходило? До этого Вьяса записал все, и Махабхарату включительно, кстати говоря. И Махабхарата была записана. Это же воплощение же Кришны, Вьяса. Вьясадева, это описывается, что Шакти Авеша, это не сам Кришна приходит, он полномачивает. Это его воплощение, Авеша это и есть воплощение, как Кумары, Капиладев, да? Это воплощение Кришны. Это в третьей песне, когда уже мы будем изучать Бхагаватам на Бхакти-вайбаве, там в третьей главе первой песни как раз будут эти все вещи описываться, объясняться. Яса. Шакти Авеша, да, он отделен Авеша. Говорится, что да, что определенные полномочия имеет вот, от Кришны дописать. Но даже когда приходит Парушу Рама, мы знаем, у него возникают какие-то моменты трудности, да, сражения там всяческие, вот. Или еще, что Будда приходит с определенной миссией. Смотрите, мы, вот, например, Будда, да, но говорится, что когда нету дживы, которая займет роль Будды, Кришна и сам может стать Буддой. Кришна, да, поэтому здесь этот вопрос, он не совсем правильно, не скорректирован, да. Разные кальпы уже описываются в Бхагаватам, разные вещи. И говорится, что, вот, например, вот последний Будда, да, вот этот Шакьямуни, это Дживатат, вот, Кришна. Но мы видим, что, который в Бхагаватам описывается, да, что и во многих вещах, когда кто-то не находится достойный, Кришна сам проявляет свою экспансию. Ему это ничего не стоит, нет, сейчас я... Не то, что его как-то меньше стало. О, ничего себе, надо еще одну экспансию проявить, и как же я, вот у меня поменьше будет. Нет, Кришна безграничный. Если есть джива, он уполномочивает дживу определенную миссию совершить. Но если ее нет, у Бхагаватам описывается, он может сам пройти экспансию. В 15 главе он еще говорит, что я истинный составитель вет. То есть, да. Он подчеркивает, что я воплотился в Вьясадеву. И... Ну, мы разберемся, да. Он также говорит, я вкус воды, я звуком. Я талант в человеке. Кришна много говорит. И говорит, вы поймите, это все я вообще, это везде. Это везде все я, да. Из воды я океан, то есть вот. Я слуком, да. Я составитель веданты. Вот естественно, что это все его энергия, энергия Кришны. И суть в том, что да, Кришна составитель, то есть Вьяса уполномочен Кришной полностью, но даже в этой ситуации, в этой лиле, показывается, что он впал в депрессию. И почему? Это игра была. Да, ну почему? В чем смысл игры? Чтобы задать вопрос, наверное, прийти к этому наблюдению. Не описал. Да, он не выделил. Он до этого также написал Веданта Сутру до Бхагавата. Веданта Сутра, все было описано. Бхагават, на самом деле, даже все Пураны, они были уже существовали. Еще до Махабхараты, все Пураны, и включая Бхагавату, да, в краткой форме ее. Потом он подумал, ну, женщины, Стри, Шудра, Двиджабандху, нам, Трои, наш Шрути, Гочара, они не могут Шрути понять. Стри, Шудра, Двиджабандху. Надо для них Махабхарату из многосерийную такой сериал сделать. Они будут смотреть и как-то приближаться к Верховному Абсолюту.
Но когда пришел Нарада, он сказал джугупси там. Джугупсина переводит отвратительная вещь. Все, что ты сделал, это джугупси там, это отвратительно. Вьяса. Мы сейчас кусочек взяли из Бхагавата, там чуть обсудили. Тем более уже интересно на четвертый этаж подняться. Суть в чем? Суть в том, что отношения гуру-ученик мы разбираем. Нарада Вьяса — это как пример. Вьяса, он сидел в замешательстве. Поэтому-то Нарада и улыбался, как такой великий Брама-риши, воплощенное живочество. Сам Нарада, он Дева-риши. Два риши встретились, Брама-риши и Дева-риши. Да? Но поскольку Нарада играет роль духовного учителя, он освобожденное живочество, он в этой кальпе приходит уже в духовном теле. Нарада Муни, Ситхадехи. Вот. И он как раз наделен энергией распространить учение Бхакти. Он указал Вьясе, говорит, ты все хорошо сделал, да, и ты достойная личность, но ты не выделил Бхакти в особую категорию. Где-то оно там затерялось среди дармы, среди правил предписаний царей, правильного поведения, морали, еще чего-то, вот и преданность. Здесь, кстати, вот четвертый стих, я не стал говорить, но Прабхупада, он объясняет в лекции про то, что вот он говорит, убить гуру. Прабхупад, если Кришна хочет, нужно это сделать. Потом он сразу говорит, ну Кришна не хочет, чтобы убивали гуру. Вот, да. Но если, говорит, Кришна хочет, то есть он поднимает бхакти выше над моралью мирской. Преданность Богу, она выше. Вот такие нюансы. Ладненько, дальше идем тогда. Восьмой текст. Прочитали восьмой текст, да? Нет. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Прабхупада пишет, чтобы понять наставление Кришны, необходима помощь его истинного представителя, то есть человека, обладающего сознанием Кришны. Девятый. Санджая продолжал, произнеся эти обращения Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил, Говинда, я не буду сражаться, и умолк. Да, он стал учеником, но все-таки он просит его, помоги мне избавиться от сомнений. Сомнения настолько сильные. Он только что принял гуру. Гуру ему говорит, делай это. Он говорит, я не могу. Я не могу. Не могу сражаться. Ну вот, гуру Махарадж. Нет, есть полное принятие, есть процесс. Еще не прошу сил. Гуру должен развеять сомнения и дать силу. Это очень важный момент, что он ученик, но он в беспомощном состоянии. Говорит, я не могу. Все Прабхупада говорил перед духовным учителем, я всегда, говорит, full number one. Да, глупец номер один. Это очень важное состояние смирения перед гуру. Мы немножко еще поговорим до 10 текста. У нас еще пару стихов осталось. Как раз эти отношения раскрывают. Здесь он называет его как раз Хриша Кеша, тоже повелитель чувств. И здесь это означает, он говорит, сделай так, чтобы я захотел сражаться, ты повелитель чувств. Ты говоришь, надо сражаться, исполнить долг, но я не могу, Кришна. Я беспомощен просто. Гуру Махарадж, я не могу. Вот, да? Это 9 текст. Дхритараштра, должно быть, возликовал, когда услышал, что Арджуна не собирается сражаться. В комментарии находим, что Прабхупада пишет. Дхритараштра, должно быть, возликовал, когда услышал, что Арджуна не собирается сражаться, но он хочет покинуть поле боя и жить подаянием, да, что он хочет. Однако Санджая поспешил разочаровать его, назвав Арджуну покорителем врагов. Парантапах. И 10 текст он завершает, вот такую кульминацию дает. Прочитайте, пожалуйста. О потомок Харати, когда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбки сказал охваченным горем Арджуне следующее. Прагасан Ива как раз. Прагасан Ива как переводится? Прагасан улыбающийся Ива как? Как бы улыбается. Он как бы улыбается. Смотрите, улыбка сходит, все, дружба закончилась. Дружеские отношения закончились, улыбка должна сойти, и гуру, он очень серьезен. Да, вначале улыбался,
Так как его друг стал бы учеником, тоже такая странная ситуация. Вчера дружба была, а сегодня ученик. Но потом стал серьезным, чтобы начать разговор, потому что учитель, ученик, улыбка должна сойти, это серьезный разговор. Это тоже очень важный момент в отношениях, что на гуру мы не можем обижаться. Сейчас такая мода, люди обижаются на своих гуру иногда. Матаджи об этом не знает, наверное. Но есть истории. Ко мне приходят часто преданные и говорят, раскрывать свои обиды на кого? На гуру. Гуру не муж. Гуру не жена, да, оказывается. И не психолог бесплатный, да. Мы не можем обижаться на гуру. Если мы принимаем духовного учителя, это не тот человек, на которого мы можем обижаться. Если нам кажется, даже кто-то вот он для нас сделал не так, наступил там на наше ложное эго или еще что-то, не улыбнулся, или мы с ним не согласны как-то. Поймите, на духовного учителя нельзя обижаться, это не та раса. Всегда дасья раса, всегда судья. Это настроение ученик, гуру-ученик, оно находится в вертикали. Даже если кажется, что гуру и ученик близкие и дружеские находятся в каких-то дружеских отношениях, вот эта граница не должна стираться. Это очень важный момент. Потому что может такое в жизни случиться, гуру на меня не посмотрел, он меня не увидел, не понял, или как-то вот он со мной обошелся, не поздоровался, он не просто наш сосед или кто-то, то есть на него нельзя обижаться. Понимаете этот момент? И вот это понимание сейчас может многим помочь, в принципе. Потому что почему-то такая мода пришла обижаться на гуру, там, например, или что-то вот. Это перебор уже. Да, или быть недовольным гуру, что-то вот там находить, какие-то недостатки или еще что-то. Зачем тогда принимать гуру, непонятно. А как можно быть недовольным, если он является эталоном, а это человек... Но смотрите, я сейчас говорю практичные вещи. За последний год десяток человек только подошло ко мне, искренне в сердце, искренне обиженных на своего духовного учителя. Пару-тройка искренне ненавидят. То, что происходит дальше, это, по сути дела, то, что он собирался наслаждаться. И тут человек тоже, у него выплывают эти нюансы из-за чего? Что изначально он как бы не признался себе в том, что он все-таки... Это вот мы как раз обсуждали, в какой момент человек должен поменять гуру. Если он не готов, тогда лучше не принимай гуру. Еще. Если человек не готов, и нет у него этого адхикара, и понимания, для чего нужен гуру, поэтому здесь улыбка ходит, все, Кришна серьезен, уже не до шуток. Шуточки, прибауточки уже ушли. Да, и смотрите, что он будет делать. То есть, и, кстати, здесь описывается также, что разговор он проходил между двумя армиями. Да, 10-й текст Субхупада поясняет, что это для всех. Угу. Что сознание Кришны предназначено для всех. Таким образом, наставления Бхагавад-гиты обращены не к какому-то отдельному человеку или группе людей, а предназначены для всех, и для друзей, и для врагов. Да, знание, которое будет поведает Кришна, оно для всех. Вот мы прошли с вами первый раздел, если понятна в целом история, картина, да, как Кришна, как Арджуна, он предался Кришне, духовному учителю. И сразу же 11-й текст. Да, Гьяна, сражаясь, он будет давать знания. Из чего начинает Кришна? Прочитайте, пожалуйста. Верховная хотя ученая речь заключается о том, что недостойно скорбь. Мудрые люди не скорбят, ни мертвых, ни живых. Сопрабхада пишет, Господь сразу вошел в роль учителя. И что учитель делает первым делом? Я читал своего ученика, назвав его, хоть и не прямо, но глупцом. Ты глупец. Ты скорбишь. Глупцы не скорбят, а ты скорбишь. Он не говорит, что ты глупец. Он просто провел две параллели. Глупцы скорбят, а ты скорбишь. То есть, по сути дела, он его назвал глупцом. Да, что... Ашачана нашел частом... Прагьявадам Чабхасасе Гатасу Нагатасам Чашнану Шоча Типандитага. Что ты не пандит,
Вот. И Арджуна заявил, что принципы религии, это вот здесь Прабхупада пишет в комментарии, Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений и интересов общества. Нашли этот комментарий, да? То есть, другими словами, смотрите, Арджуна, он говорил об артха, шастрах, артха. То есть, на самом начале, то есть он отвергал, наоборот, артха-шастры и поднимал на уровень дхармы. Да, на уровень морали поднимал по ступени. Но Кришна говорит, что здесь ты должен подняться на уровень знания. Твое сознание должно возвыситься, да, потому что ты глупец в итоге. Ты говорил умные вещи, но ты глупец. Дхарма. Он же признак морали, что Арджуна оставил. Итак, смотрите, Арджуна заявил, что принципы религии дхарма, да, гораздо важнее политических соображений. Да, артха-шастра. Однако ему было невдомёк, что знание материи, душе и высшим, Всевышним выше даже религиозных заповедей. Да? Прабхупада поднимает, то есть, наше видение. Как станет ясно из последующих глав, обрести знание, значит... Запомните, это важный момент. Что такое обрести знание? Что такое? Комментарий Прабхупада пишет. Что это означает? Как станет ясно из последующих глав, обрести знание, значит, постичь природу, материю и духа, а также того, кто управляет ими. Вот это знание. Постичь природу, материи, духа и того, кто ими управляет. Понятен этот момент, да, как... Кришна довольно-таки жестко начинает поступать с Арджуной, разбивает ложное эго. Тот попросил, потому что, еще раз я упоминал сегодня, если нас не просят, не очень корректно будет выступать в роли в этой. Да. Если нас никто не просит советов, а мы постоянно и ходим, страна советов, все, даем советы какие-то. Нет, здесь должно быть определенное отношение. То есть человек, он должен обратиться к нам. Такой ситуации, или мы должны обратиться. Но если мы обращаемся, мы готовы, что будет, может быть, не очень приятные вещи нам сказаны лицом. То есть он, по сути дела, когда обращается, он должен быть готов? 100%. Если ты говоришь, я ученик и предавшаяся душа тебе, так ты задумайся об этом, смысл этих слов. Я ученик, и это не просто красивые какие-то слова. Ты будь готов, что тебя научат. И милость гуру будет заключаться в том, что он будет проявлять. Есть несколько учеников, что Прабхупады, они в таком экстазе вспоминают только, как и Прабхупада рубал. Прямо от них слезы от счастья. Такое духовное блаженство они испытывают. Это духовная, духовная вещь, духовное отношение. Да, если в материальном мире вряд ли кто-то со слезами счастья вспоминает, как его там отчехвостили, отругали там, или унизили. Вот. Вряд ли прямо наоборот, у него гнев накаляется. А идут люди испытывать счастье. Я такой дурак вообще. Прабхупада вот мне это показал там. Вот. Счастье, потому что человек готов, он сам раскрывается, сам обращается, сам раскрывает свою душу, свое сердце духовному учителю. 12 текст, как раз первый стих о бессмертии души, начинается наставление. Вначале он разрушил его концепцию, говорит, посмотри, ты глупец, ты говоришь о дхарме, но ты не обладаешь знанием. И все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Да, он сразу же говорит, душа вечна, и также индивидуальность души вечна. Не только сама душа вечна, вот ее индивидуальность, она вечна. Индивидуальность души – это вечное качество. 13-й текст у нас с вами, мы его прочитаем. Его надо выучить будет. Готовы? Известный текст. На санскрите выучить. Дхинасмин ятхадхи каумарам яванам джара тадхадхантара прапти хирастатра намутхяти. Да, каумарам, кумар это кто? Какой период? Это детство. Да. Яванам, юность. Юность, молодость, яванам, да, нава яванам. Джара, старость. Да, и как раз здесь, в 13 тексте, Кришна утверждает, что
воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена тел не смущает. Вот это знание, оно начинает открываться. Посмотрите, полистайте фотокарточки свои с детства, если у кого-то оставить. Раньше были в советском обществе такие альбомы, вот там открываешь, и первая фотка, где человек голенький лежит на какой-то простынке. И вот потом это самое, пошел в первый класс там, да, вот школу, что-то еще там, выпускной, конечно же, институт, армия там. И как будто это разные люди все. Да? Но это одна и та же личность, одна и та же индивидуальность, причем одного и того же возраста. Однажды Шри Прабхупаде, я читал дневник, там Акшина Махараджи описывает последний 77-й год, ему пишут разные преданные, он в Ришикеше находится, лечится от болезней, и один преданный пишет такое письмо слезное, там, «Гуруджи, я так вас люблю, я готов отказаться от своего молодого тела, отдать его вам и забрать ваше старое», как в этой истории Махараджи, знаете, да? Вот. И Шри Прабхупада, он улыбался, там Акшина Махараджи говорит, «Ответьте ему, что мы все одного возраста». Вот это глубокое знание. И задумайтесь, мы все с вами одного возраста. Мы не просто души. Мы все одного возраста. Вот эти вещи, да, это просто иллюзорная картинка, она меняется. Вот я маленький, вот я старенький. Да. Сомнения? Да, есть. А почему, например, бывает, ну, тело у человека такое уже, ну, как бы старое, да, но он как ребенок себя ведет? Правильно, бывает, потому что душа, она не старая. Или бывает, например, очень молодой человек, но он такие вещи говорит, то есть, ну, ощущение, что ему уже очень много лет. То есть, почему? Это тонкое тело, вот оно, тонкое тело тоже будет разное, но душа даже не тонкое тело, мы даже не характер. Мы думаем, ну вот такой характер, добрый, злой, там, умный, глупый. Мы к этому отношения никакого не имеем. Понимаете, у нас есть определенная оболочка, тонкое тело называется, ум, разум, ложное эго состоит. И оно может по-разному себя вести. Но в душе все равно любой старик скажет, что я не старый. Многие не ощущают себя. Почему часто, Прабхупада говорит, часто старики не ощущают себя старыми. Они смотрят в зеркало и не верят, что за человек в зеркале. Это не я. Ну не может быть, что вот я такой вечно юный, красивый, молодой, и вот этот старикан-урод. Контраст, шок для многих, да? И душа, она говорится явным, она вечно юная. Она тоже не ребенок, не тоже там сисю, мусю, там сопли. Вот. Нет. Иногда, может, видели, да, маленькая девочка, там она маму имитирует, да, залазит, там красит губы, там помадой, там размазывает каблуки, ее носит, то есть, вот. Она не старая, она вечно юная душа. Вот это ее естественное состояние. Когда мы говорим о вечной юности, смотрите, что происходит. Вообще, когда мы говорим о духовных вещах, мы что делаем? Мы переносим какой-то свой опыт. Вечно юный — это сколько? Это 15,5, 16, 13, там, да? Может, 22 хотелось бы быть, или 27, там. Какая вечная юность? Мы какие-то материальные свои представления переносим на духовную область. Это все относительно, говорят, 16 лет. Относительная вещь. Поскольку у нас нету в материальном мире такого опыта, что такое вечная юность. Ну, мы говорим, ну, где-то вот этот цветущий возраст там люди определили. Вот. Хотя, может, кому-то не хочется 16, ну, 22 там, может быть. Каждый. Но тут говорится о самом принципе, что душа, она вечно юная. И мы все всегда вечно юные, полны знания и блаженства. Проблема в том, что мы это не понимаем. Ясно? Поэтому иногда бывает человек старый, да, ведет себя как юноша. Потому что он и так юный на самом деле. Вот. А бывает, что дети или какие-то, вот они ворчат как стариканы. Да? Это просто их форма тонкого тела. Сейчас. Просто их такой характер. Человек, он сегодня, даже вот это праведник и злодей, это меняется вещь в течение жизни, может поменять. Святой может упасть, а любой грешник может стать святым. Это не вечное его положение. Человек ворчит, может быть, а
в старости, наоборот, перестанет, или наоборот. Это тоже все может поменяться. Но, как правило, конечно, вот эту гуна-карму тяжело поменять, да, если ты начал ворчать с детства. До старости. Но это все возможно, в принципе. Благодаря духовной практике все меняется, да. Матыш, хотели спросить вопрос, сейчас разговаривайте. Спросить хотели что-то, да? Да, вы хотели. Угу. Вечно юная бабушка Пурнамаси. Что такое? Непонятно, да, как и бабушка, и юная. Это, наверное, отношения, да, имеется? Смотрите, дорогие друзья, если вы хотите сейчас залезть в отношения духовного мира, это отдельный, конечно, будет семинар, отдельная лекция, вы четко должны понять, что мы не должны с помощью своей колокольни на все смотреть. Как вечный голубь Жимун в духовном мире? Вы его съели, а он вечный. Непонятно. У нас нет опыта. У нас какой есть опыт? Рождение. Да, что-то рождается, 6 изменений проходит, увядает. Ничто не вечно под луной. Поэтому говорится, что человек, когда осознает вечность, вот эти истины ему открываются. Не было, Кришна говорит, такого момента, когда не существовал я или ты, или этот голубь Жимун. В духовном мире все вечно. Вот это очень важный момент, вечное. Духовное тело, оно соткано из вечности, знания блаженства. И есть определенные расы, взаимоотношения между Кришной и Ишодой. Это раса родительская. Естественно, если Ишода будет выглядеть там 5 лет, ей будет, вот, то эта раса не может проявиться. Поэтому эта форма любви, она принимает такие формы тела. Но это не означает, что Ишода тоже, у нее колени там болят. Вот. Песок сыпется там в жизни ее. Хотя она быстрая пастушка догнала. Поэтому нельзя материальные представления перекладывать вот в такой форме, как есть на духовной реалии. Это большая ошибка. Об этом говорит Шопрапада везде, когда раскрывает какие-то лилы. Кришна уезжает из Мадхуры с материальной точки зрения, да? Он бросает любимых. Люди все ему отдали вообще. Мадхуру, то есть съезжать из Риндавана. Все отдали. Как же он мог поступить так вообще? Какой гад, негодяй просто, да? Девушки все, они бросили ради него своих мужей, семьи там. Все религиозные принципы позабыли. А он взял и уехал. И это кажется разлука и страдание. Прабхупада говорит, это вид экстаза. Это не то, что когда нас кто-то тоже бросил и уехал. И мы в разлуке. И мы думаем, о, гопи тоже в такой же разлуке с Кришной. Это вид экстаза. Когда мы говорим о ман, да, чувство трансцендентное, гнев, как, ну, его нельзя перевести слово ман на самом деле. Немножко щепотка гнева, щепотка гордыни, щепотка обиды. Все намешали. Это трансцендентный экстаз Радхарани. Мы не можем также думать, что я тоже ман испытываю иногда мужа сковородкой там огрела или скалкой. Там. Это ман, мой гнев. Обиделась, ушла, закрылась в комнате. Радхарани же она убегает в пещеру, там, где ее никто не... И я тоже вот. Это не одно и то же. Мы не можем понять вот эти... Мы не можем понять чувства Радхарани таким образом. Это большое оскорбление, вот это приравнивать и таким образом пытаться понять духовную лилу. Это большое... Это сахаджа называется. Сахаджа означает очень дешево, дешевка. Вот. Если мы, не понимая природу души и тела, во Вриндаване, если мы не понимаем, что мы не тело, мы здесь вообще ничего понять не можем, забегая вперед. Это важно. Мы ходим, мы красиво, глаза раскрыли, вот здесь Кришна то сделал, здесь это. Мы не можем понять до конца вообще, но даже приблизиться мы можем только понять, что мы не это тело, понять науку о вечности, что я душа. Наше сознание должно видоизмениться. Тогда мы поймем, что это отношение определенной расы или определенную любовь Кришна испытывает к своим преданным, и ему отвечают. Поэтому, когда гопи Кришна уезжает, гопи испытывают высший экстаз, випраламба. Господь Чайтанья наслаждался экстазом. Однажды к Бхактисиддханте Сарасвати принесли книгу, которая описывает випраламба сэву. Випраламба — это экстаз разлуки, да, сэва в разлуке. Радхи и Кришны.
И все удивлялись этой книге, говорят, такая книга классная, такие прошибает до слез, трогает. Бхактисиддханта Сарасвати прочитал, сказал, сжечь. Просто сжечь. Что такое? Саньяси написал. Оказывается, этот саньяси недолго, он был грехаской, у него умерла жена. Он очень сильно ее любил. И он вот эти эмоции переложил на духовный экстаз Господа Чайтаньи и написал вот эту книгу. Понимаете? Поэтому это очень важно понять, чтобы духовные вещи раскрывались, они не просто с помощью материального какого-то опыта раскрываются, с помощью духовного откровения. Вот эти вещи, они происходят. Ну так, забегая немного вперед, если мы хотим понять, что такое рассалила, вот, например, да, танец Кришны с гопи, с пастушками, которые бросили все, нарушили принципы варнашрама, в принципе, да, они вообще, их надо выгнать было из ятры, из нашей, да. Вот, если кто-то у нас в ятре, например, по ночам побежал с каким-то там человеком танцевать танец, вот, мужья бы не обрадовались. Понятен этот момент, что... Пожалуйста, не перекладывайте свое материальное восприятие на духовные вещи, на трансцендентные. Нужно достичь определенного тхикара, определенного уровня, тогда эти нюансы будут раскрываться. Кришна всегда в экстазе, даже когда слеза у него течет, например. Однажды нарисовали картину в Бибити, и Кришна плачет, там разлука попадает, не пойдет. Он не плачет. Хотя в лилах есть, он испытывает какие-то эмоции, вот. Но это не то же самое, что мы испытываем. Да. А получается, карма, которая идет в прошлой жизни, она к дживе не относится, в смысле к душе? Душа свободна, но она обусловлена сейчас этой кармой. Мы ее тащим за собой. Смотрите, что происходит. Это все равно, что вы схватились за стул или за этот блокнот и кричите, блокнот, отпусти меня. Да он вас не держит, вы сами за него схватились. Вот в этом проблема, в этом иллюзия. На самом деле, это тюрьма с открытыми дверьми. Там вообще никого нет, выходи, никто не держит. Но мы не хотим уходить, вот в чем проблема. Мы не хотим покинуть этот материальный мир. Мы хотим здесь наслаждаться. Поэтому Кришна постепенно будет сознание поднимать. Хотя бы стань бескорыстной, не стремись наслаждаться плодами своего труда, нишкама карма-йога. Хотя бы этого достигни. Поэтому душа, она тащит за собой эту карму. Она сама хочет наслаждаться. Как происходит момент творения? Опять возвращаемся к Бхагаватам. Смотрите, этот мир существует только благодаря нам. Только благодаря нам существует материальный мир. Кришне он не нужен, в принципе. Освобожденным душам, ну, тоже не нужен. Но нам нужен. Мы хотим реализовать свои амбиции. И когда Махатата вот это проявляется, да, благодаря вот эта карма джив, она начинает раскручивать гуны. Карма джив у каждого у нас. А что такое карма? Это наше желание. Я вот это хочу, вот то хочу, и вот это хочу. Можно вот это, и вот это хочу. Мы хотим наслаждаться этим материальным миром, поэтому этот материальный мир существует. И маховик кармы начинает раскручивать эту огромную-огромную прадхану. Вот. А так, да, начинает проявляться вот эти гуны только благодаря дживам, благодаря нам. То, что мы сюда приходим, и мы тащим это из жизни в жизнь. Из жизни в жизнь это все тащим за собой. Ну, в принципе, душу никто не держит. Ты сама отпустись просто. В этом искусство. Сознание Кришны — это хотеть правильные вещи. Это все. Мы всегда в мае. Либо в йога-мае, либо в маха-мае. Мы не можем быть. Но вот в какой мае мы захотим находиться? Вот этот момент. Если я хочу служить Кришне, та же самая энергия, она начинает накрывать меня, как йога-мае. Знание, откровение, счастье, ананда, блаженство. Да, йога-майя так действует, она изнутри все. Но если я хочу наслаждаться, та же самая энергия действует, как тригуны. Вот и все. Порабощает нас. А йога-майя йога-майя — это энергия Кришны, конечно, она везде с ним. Время на перерыв? В 11, да, у нас там должен быть перерывчик. Мы сейчас сделаем с вами перерыв на этой прекрасной ноте. Если мы так глубоко будем обсуждать вещи, духовный мир, как вернуться, мы вряд ли закончим. Ну, спасибо вам огромное, дорогие преданные. Давайте встретимся через 15 минут в 11:15. Шри Прабхупада ки джай!